Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята. Обзоры магазинов я делать совершенно не умею. Попробовать же можно? Ну да, будем учиться по ходу пьесы. Если что, друзья подскажут. Ведь вы же нам подскажете, как верные друзья. Едем в Турцию на шопинг. Из Болгарии. Из Болгарии ездят на шопинг в Турцию даже те, кто приезжает отдыхать на море. Говорят, удобно и недорого. За один день текстиль для дома, бытовая техника, одежда, обувь, посуда, сладости и вообще продукты. В общем, не выдержали и поехали. Приехали! И просим вас немедленно оставить все дела. Потому что подъехали мы к фирменному магазину самого известного турецкого производителя домашнего текстиля. Touch – это признанная европейская марка, широко известная во многих странах своим превосходным качеством. По всему миру открыты фирменные магазины этого турецкого холдинга. Мы находимся в магазине при фабрике. А это значит, что здешние цены особенно радуют. Для справки, 1 евро – это 6,5 турецких лир. Пушка в машину для сидения под голову, под головой. Ты сорочки мужские. 39,90. Ататюрк. Сегодня Touch – признанный лидер на рынке постельного белья и домашнего текстиля. Ассортимент разнообразный и включает в себя комплекты постельного белья и товары для сна. Одеяло, подушки, покрывало, пледы, матрасы, наматрасники и даже тапочки. Представлены банные принадлежности, махровые и вафельные халаты, полотенца и коврики для ванной комнаты. Присутствует текстиль для кухни, скатерти, полотенца, салфетки, разнообразные занавеси и шторы. Очень богатый детский ассортимент. Детские пижамы. Это матрасы детские. Смотрите, какой широкий выбор размеров, стилей, расцветок постельных комплектов. И все это из натурального хлопка. Ткань очень качественная. Есть и прочная бязь, и шелковый сатин. Дизайн разнообразный. И я просто уверена, что подходящий для себя вариант здесь найдут как любители ярких красок, так и поклонники спокойных пастельных тонов. Двухспальный? Да, двухспальный. Слушай, кстати, вот ты красиво взял цвет фисташковый. Да. Вот 200 плюс 50 на 7. Подожди, 160 на 220. Широкий ценовой диапазон делает постоянными покупателями и обычных людей, и людей с повышенным уровнем достатка, и даже английский королевский двор. Полотенца, изготовленные из высокоэкологичного 100% хлопка, различной плотности, различных размеров. Так, две штуки. 50 на 60 размер, две штуки с птичкой белой и какой-то. Вот, здесь для примера даже. Можно очень удобно, да? Посмотреть. Вот. Полотенца и для лица, и банные, пляжные, конечно, кухонные, вот такие салфеточки. Здесь вот три штуки за 15 лир. Так что можно выбрать, что вам больше по душе и по карману. Так, вот это.
Есть вот по шинси. Чем они отличаются? Подушки и одеяло представлены в двух вариантах: пухопировые и силиконизированные. 155 на 215 94. Подушки различных размеров, форм и различной степени жесткости, с чехлом как из жаккарда, сатина, так и из поликатона. На матраснике. Это на матрасинке, я так понимаю. Да. Вот здесь показаны, видишь, занавеси. Важным элементом дизайна любого помещения является одежда для окон. В магазине представлено большое разнообразие занавесей и штор. Лишь любых размеров шторки на окна, да. И любых цветов, очень удобно. Большие. Она тут двойная, что ли, получается? Коврики, ковры, да. С кругом с продажи тут. Ну, почему вот 39? Это распродажа. Распродажа, да. Килимчиков. А там 69, по-моему. И вот такое. А, он удобный, что он как бы не должен скользить по ламинату. Продукция компании Touch нравится покупателям. И они голосуют за нее купюрами. А, туда показ. Ой, по-болгарски. Потому что знают, что у них тут болгар очень много приезжает за покупками. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и переходите на плейлист «Шопинг за границей». А если что-то не так, то нет-нет, лучше в комментариях пишите, что исправить и что улучшить. И о чем рассказать вам в следующий раз. Обувь, одежда, бытовая техника – сладости, текстиль. Чтоб всем ребятам, всем крылятам было веселей. Чтоб всем ребятам.